вы знаете, наша дружба с журналом «Окей» началась с тех пор, как сюда пришел Вадим Верник. Это правда, потому что он лысый и классный. То все наши самые знаковые события, они освещались обложками журнала «Окей». То есть наша помолвка, наша свадьба и, в общем, надеюсь, еще много событий предстоит здоровских для журнала, для обложечного. Любим Верника, любим «Окей». Следующая наша номинация – «Пара года». Итак, в номинации «Пара года» представлены Александр Овечкин и Анастасия Шубская, Нюша и Игорь Сивов, Дакота и Влад Соколовский, Юлиана Караулова и Андрей Черный, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе. Дамы и господа, награду в этой номинации вручает звезда самого семейного сериала на нашем телевидении, сериала «Воронины», Екатерина Волкова. Я сейчас объявлю, кто. Тянуть будем или не будем тянуть время? Не будем. Можешь объявлять. Давай. «Пара года». Влад Соколовский и Рита Дакота. Огромное спасибо хочется сказать. Да. На самом деле нас, наша новорожденная, очень маленькая дочь отпустила до 10 только, поэтому... Мы вписались, да? Да-да-да, мы вписались, мы привезем ей новую игрушку. Спасибо. Очень хочется поблагодарить всю команду журнала «Окей» и лично Вадима. Вадим, ты потрясающий человек, очень надежный человек. Везем ребенку новую игрушку. Да, это очень круто, потому что столько событий в этом году действительно. И очень здорово, когда люди это ценят. И здорово, что у нас такая активная аудитория, которая проголосовала. Спасибо вам каждому огромное.